Привет. Недавно вышла игра Assassin's Creed Syndicate. И у меня с ней появились определенные проблемы. Что, не выдержали, да? Похоже, у нас неплановая остановка. Вот она, моя проблема. Сейчас игра запущена на максимальных настройках. Давайте я вам покажу, как у меня идет игра на минимальных настройках. Похоже, у нас неплановая остановка. Я пользуюсь видеокартой NVIDIA GTX 970 на Windows 10, и на момент выхода игры последняя версия драйвера для видеокарты была 358.91. Как вы видите, в ней нет поддержки Assassin's Creed Syndicate. И мне стало любопытно. Изменится ли что-нибудь с игрой, если драйвер для видеокарты уже будет поддерживать эту игру? Давайте посмотрим. Вышла новая версия драйвера, которая поддерживает игру Assassin's Creed Syndicate. Качаем драйвер, устанавливаем его и перезагружаем компьютер. Похоже, у нас неплановая остановка. Новая версия драйвера, которая поддерживает игру, действительно помогает. Сейчас игра запущена на максимальных настройках, ну кроме сглаживания. Особая благодарность NVIDIA за столь своевременное обновление драйверов. Спасибо Ubisoft за выход Assassin's Creed Syndicate в Steam. Спасибо Ивона за голос Максима. И спасибо вам за просмотр.